Гостиный двор с Владом Зерницким. Надо просто заглянуть в даты, факты и так далее. Тянем время, я объясню все, расскажу, что у нас готовилась программа. Люди покупают, значит, для чего-то надо, наверное. Какой-то шик в этом вернулся, да. А мы не родственники, мы это уже давно выяснили, лет 30 назад. Она такая размышленческая, может быть, философская даже. Надеюсь, вы меня услышали ушами. То, что я сейчас вам сказал, своими воспитанными губами. Гостиный двор. До новых встреч!